Более 5000 человек в республике живут без тепла в домах, хотя отопительный сезон начался еще 26 сентября. Среди проблемных муниципалитетов – Батыревский, Чебоксарский, Марпасадский районы. Сегодня на еженедельном совещании при главе Чувашии обсуждали вопросы отопительного сезона. Министр строительства Олег Марков рассказал, что первыми тепло получили жители Канаша. Быстро подключили отопление в Ядринском районе и Чебоксарах. На данный момент функционируют 99% котельных и топочных. 99% домов, школ и детских садов есть тепло. Однако хотелось бы отметить, что в ряде муниципальных образований и сельских поселений остаются пока нерешенными вопросы по подаче централизованного тепла на квартирные дома, в том числе и объекты социальной сферы. На сегодняшний день это 3 школы, 2 детских сада и 2 учреждения здравоохранения. Нет тепла в 3 домах в Батырево. По информации министра, эти объекты подключают индивидуальное отопление, но до сих пор не заключили договоры на поставку газа. В Атлашевском сельском поселении централизованная система отопления не подключена в 51 дом, а также в школу, детский сад и больницу. Также без тепла вышли их в Маргаушском и Марпасадском районах. Самое проблемное – это вот Атлашевская больница. Больных мы оттуда эвакуировали, то есть кого можно было перевести, перевели в ЦРБ, перевели в город, там организуют только амбулаторный прием. Подтверждаем, у нас 3 учреждения, 3 школы и 2 садика. Из всех муниципальных образований, конечно, наибольшие проблемы в Атлашево, потому что там и школа 375 детей, и садик 184 ребенка. Садик работает, они включают обогреватели, сегодня утром 180 детей в садике. По информации главы администрации столицы Алексея Ладыкова, за неделю в единую диспетчерскую службу города с жалобами на отсутствие тепла обратились жильцы 5 квартир. Государственный жилищный инспектор Иван Никитин сообщил, что за неделю выявлено более 1000 нарушений, из них более 300 за несвоевременное подключение к теплу. Значит, вынесены представления в адрес, значит, глав поселения Ишлейского сельского поселения, Каугейского сельского поселения, и материалы переданы в суд, исковое заявление для понуждения органы местного самоуправления выполнить эти работы. Вопрос контроля я лично не снимаю. Доклады утром, вечером, пока последняя семья не получит тепло. Глава Чувашии сообщил, что на инвестиционном форуме в Сочи республика была названа в числе 8 лучших по платежам за потребленный газ. «Газпром доверяет нам», заявил Михаил Игнатьев. Сейчас у Чувашии и «Газпрома» договор. Идет газификация Чебоксар и Новочебоксарска. На еженедельном совещании также обсудили вопрос диспансеризации. Плановый медосмотр в этом году должны пройти 23% населения или 230 тысяч человек. 208 миллионов рублей будет потрачено за счет обязательного медицинского страхования. Диспансеризация каждого человека будет стоить от 400 до 2000 рублей, в зависимости от выявленных заболеваний. В результате диспансеризации создаются 3 группы здоровья. Первые 2 не требуют дополнительного лечения. Выявленные по 3-й группе будут проходить дополнительное обследование и лечение. Главным результатом диспансеризации является то, что были выявлены практически 70% факторов риска у, как это ни печально звучит, почти 100 тысяч граждан, которые имеют различные факторы риска. По данным Минздрава, 1/3 населения республики, прошедших диспансеризацию, отнесены к 1-й группе здоровья. Каждый 5-й во 2-й группе. Почти половине диспансеризированных необходимо дополнительное лечение. Среди выявленных заболеваний – сердечно-сосудистые патологии, злокачественное новообразование и сахарный диабет. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.